Это гигант у нас. Это просто бомба. Гигантские размеры. Вы посмотрите, просто. Это настоящая фантастика. Вы только посмотрите на эту яму. Обалдеть просто. Да, и посмотрите, что здесь. Андрюха нашел белый гриб. И Андрюха счастлив. Кто-то уже закрыл сезон, а кто-то не может закрыть крышки от огромного количества грибов в сковородке. 26 октября 2020 год. Мы приехали с Андрюхой за грибами. Приехали за грибочками, с Арменом. Спартаковский шарф, да, у тебя? Спартак. Да. Друзья, наверное, то, что вы сейчас увидите, вы уже где-то видели. Не в моих явно грибных фильмах. Опа. Но, наверное, вы узнаете этот фрагмент. Кто это? Обалдеть. Этого не может быть, да? Да. Это зонтик раз. Он подрос. Он подрос, кстати, да, подрос. Так. Слушай, а прикинь, на два фронта, да? Один приезжает в один день, другой в другой день, третий в третий. И мы тогда сможем полный рост зонтиков показать. Ой. Вот еще два. Ах. А этот-то тоже вырос, помнишь? Там совсем маленький был. Да. Вот он, уже повзрослее. Кто это? Этого не может быть. Кстати, да, фантастика. Кстати говоря, еще ж там был... А, так вот, еще и этот сорванный мухоморчик, помните, фигурировал? Да. В том видео. Шнар-мухомор. Ну, кстати, он не один, здесь его много. Вот. Начинается у нас интересная грибалочка. Начинается грибалочка. Слушайте, знаете, зонтик очень вкусный гриб, но... Ладно, оставим мы его. Оставим, мы не такие все-таки звери. Оставим мы его там. Тот, кто выращивает. Есть, да, кому выращивать. Пускай выращивает. Мы уж других зонтиков наберем, оставим. Не будем их трогать. Хотя зонтик очень вкусный гриб, очень вкусный. Тем более вот в таком возрасте. Я бы, наверное, все-таки уже советовал человеку, который... показывает рост этого гриба, уже, наверное, его срывать. А то иначе кто-то еще найдет. Кто-то еще найдет, да. И иначе уже и смысла нет. Понятное дело, что они будут слишком высокие. Вот. И толку, наверное, ну да, пользы они уже не принесут. Потому что вот в таком виде как раз я бы уже, наверное, сорвал. Ну да, уже пора. Но он очень вкусный уже. Вот в таком виде, вот я тебе отвечаю, когда вот тут вот срываешь в таком виде, вот шляпка, да и ножку тоже, вот такую ножку я бы взял. Уже очень-очень вкусные. Вот это самый вот такой вот гриб, который очень сочный и вкусный. Ну ладно, а мы начинаем грибалку. Начинается, друзья, крутая грибалка с шикарным урожаем. Ой, что это? А это наши имена, друзья. Армен, Андрей. Опасные грибники. Опасные грибники. Ладно, шутим. Все, в общем, рыжики и другие грибы нас ожидают. Поехали. Я думаю, что кто выращивает грибы, обязательно увидит эти имена. Ну, кстати, вдалеке одна там бабуля ходила. Что-то она так смотрела. Не дай бог, конечно, решит полюбопытствовать. Но мы грибы оставляем. Все. И идем за рыжиками. И есть у нас находочки. Рыжики уже стоят. Смотрите, друзья, сколько. Вот это рыжик у нас. А это что, мышата? А, ну мышата мы не берем. Ох, какой. Вот это интересно уже брать, да. Это очень интересно. Вот это рыжуля, то что надо. О. Ух ты, ё-моё. Он просто свежак шикарный. Вообще просто. Так, здесь еще где-то был, давай, да, сразу следующий. Так. Экземпляр. Следующий у нас, ну вот такой бугорок. Ага. Вот такой бугорок. Раздвигаем там. И получаем... Опа, еще один рыжик. Еще один рыжик. Чуть-чуть послабее, но вырезать пойдет. Ну, там, да, там вот этот край надо вырезать. Ничего страшного. Это мелочь. И где-то тут был, вот он, около тебя, прям бугорочек этот. О, это будет хороший. А, ну, тоже там, наверное, чуть-чуть краешек придется. Да, ничего. Это знаешь, страшно. Наверное, подмерз немножко. Да. Ну, если сейчас он, смотри, если он там весь будет такой, мы один выбросим, два возьмем, да, в крайнем случае. Потому что если он там уже заплесневел, то его, наверное,
А так, видите, друзья, ну уже вот сколько у тебя? 3 рыжика уже. Ты просто еще до этого нашел, я уж не показывал. Вот. Да. Значит, один мы, наверное, выбросим, плюс 2. То есть 3 рыжика. Уже классно. Супер. Начало есть, друзья, самое главное. Оп. У Андрюхи фартит уже. О. Сколько грибов он находит. Я пока еще ничего не нашел. Да. У тебя уже 4-й. Вот это рыжик. Вот это реально классный. Дай-ка. Я прям фокус сейчас наведу. Ой-ой-ой, какой красивый. Это 100% супер. Ну что, друзья, вот и моя удача. Смотрите, какие рыжики. О! Ух ты, Андрюх, походу все свежаки вообще просто. Вообще потрясающий. Самое главное, друзья, на удивление, они все чистые. Потом обязательно вам покажем. Очень чистые грибы. Вот, ох ты, и этот классный. Вот эти прям оба шикарных. Смотрите, какие рыжики. Сосновые, крупные, чистые. Здорово. Вновь удача, друзья. Смотрите, какой рыжик. Андрюх, глянь. Вот это, по-моему, вообще космический. Вот такие вот рыжики. Очень вкусные. В прошлый раз, кстати, я отдал все рыжики на грибном туре. И польские я вообще себе ничего не забрал. Все отдал людям. Почему? Потому что, ну, очень много грибов я привез с Карелии. Девать некуда. Реально. Сейчас уже если только мариновать и вот жарить такую вкуснятину, вот такую вот вкуснятину. Вот это бомбический, просто бомбезный. Ох. Ох ты, господи. Давай вытаскивайся. Опа, ляс. Гигант у нас. Гигант, да, Андрюх? Я даже не думал, что он такой здоровый там. Это вы, наверное, пропустили, кстати. Наверное. Это вообще очень красивый, друзья. Ну, просто элитный. О, какой я красавца-то нашел. Да, о, светленький прям. Андрюх, молодец, вообще здорово. Классный гриб. Оборот, конечно, идеальный. Поздравляю, вообще классный рыжик, да. Вот у тебя в корзине тоже вот парочка прям особо, вот эти вот, я сейчас даже вот так этот подвину, вот эти прям два, и вот этот третий сейчас будет у тебя, вот эти два прям вообще шикардосики вообще, вот это, кстати, сердечком немножко, ну так, да. Совсем чуть-чуть. Друзья, кстати, вот пользуясь случаем, хотел сказать, порекомендовать вам, точнее говоря, канал моего друга Андрея, подписывайтесь. И вы увидите интересные грибные походы, поездки. У нас много совместных выездов. Вот. Поэтому ссылку на его канал я оставлю вам в первом же закрепленном комментарии под видео и в описании под видео. Обязательно переходите, если вы любите смачные, вкусные, красивые грибочки. Андрюха приглашает. Мы снимаем только элитные грибочки. Красивые, да. Видите, мы сегодня много, кстати, не взяли, которые были не очень. Вот такие вот красивые только берем. У нас только начинается сегодня. Ну да, да. Так что все ссылки будут указаны в описании и в первом закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь, наслаждайтесь. Ну а мы продолжаем с вами собирать вот таких красавчиков. Кстати, подрежь вот этого, ну-ка прям сейчас. Уверен, он будет чистый. Вот в иголочках вообще просто замечательные вот все-таки сосновые рыжики. Да. Ну, вот там вообще без комментариев, друзья. Ну, это шикардосный. Это вообще просто. Без комментариев. Высший пилотаж. Вот это первая категория гриб, кстати. Белый гриб, грусть и рыжик. Это вот только что нашел, друзья. Идеальный рыжик. Спрятался. Едва заметили. Как же они тут умеют маскироваться-то. О, хороший. Это пайдиот у нас. Пайдиот. Классный. Сейчас мы его подрежем. Скорее всего, будет чистый. Друзья, очень много грибов мышат. Я для любителей вот этих грибов. Прям они здесь везде просто стоят. Да. Вот видите, вот эти серые еле видны. И здесь просто пачками. Ну, конечно, у нас другие грибы, у нас рыжики. У нас другие цели. Да. И находки. Друзья, рыжик попался мне. Ох, какой он красивый. Хороший. Да. Вот он. Смотрите. О, вот это классный. Да. Вот он. Вот эту землю прям оп, оторвал. Ну, он чистый будет, сейчас подрежу, покажу. Ага. В принципе, как все рыжики. А что у тебя? У тебя рыжик? У нас рыжик. О, какой. Давай, подходи сюда. Так, поехали.
посмотрим. Я прям офигел. У нас здесь. Смотри сюда. Вот это лось. Это вообще это какой-то нереальный. Настоящий. А вот еще один, смотри. Второй. Ну... О, тоже. Да, да, вот мне классный. Сначала показалось похуже, но, по-моему, нет, хороший будет. Вот эту часть просто сейчас вырежу. Ага. Возьму вот эту краешек только чистый. Ну это, конечно, лосяра просто. Здоровая лосяра. Ух ты, господи. Да, он хороший будет. Вот это да. Это на самом деле классный. Полностью. Ну красота. А здесь по, да, здесь по суше вот он. Но здесь надо вот это все смотреть, вот эти, понимаешь? В конце октября собираем. В конце октября, друзья. Сезоны давно позакрывал. Да, а сейчас у нас такая грибалка шикарная. Вот казалось бы уже все обошли, а нет. Смотрите, кто это здесь стоит? Это молодой рыжик. Вот такие очень тоже классные. Они и здоровые-то все классные, потому что все чистые. Вот он. Какой он красавец, а? Вот фокус навел вам, смотрите. Смотрите, друзья, я нашел сразу три рыжика. Вот давайте вот сорву его. Оп! Ух ты! Вот такое ощущение, что он соединяется. А, не, он под этим. Так, значит, аккуратненько вот так. Раз. О, берем. Его что-то прижало здесь, непонятно почему. Так, опа, берем. Вот это классные грибочки. Так, и вот этот вот мы тоже захватим. Опа, взяли. Все, все засыпали, все закрыли. Вот. Вот это, наверное, не очень. Но вот этот вот классный. Вот этот вот по центру особенно. Остальные надо смотреть. Вот смотришь вот так внимательно. Еле-еле видишь. Что-то красивое такое. Что-то солнечное. Оранжевое пятнышко. Да, да, правильно, Андрюх. Ох ты, ё-моё, он вообще светлый. Он светло-оранжевый, даже такой еще цвет свой. Даже розовый, друзья. Знаете, как лисичка белая, вот розоватого цвета сверху. Да, у тебя офигенный прям попался. Вот это классный. Смотрите, какой. Это грибница у него остается, видите, вон она. Мы все это засыпаем, чтобы лес нас еще раз порадовал. Не, ну это сказочный просто рыжик прям вообще. Спасибо лесу огромное. Да, спасибо лесу огромное. Друзья, видите что-нибудь? А вот смотрите, вот что это такое? Это мне кажется, тут ровная такая, это, опа! Этого не может быть. Да, ну посмотрите, какая красота. Опа! Это что опять это рыжик. Это рыжик, вот это вот краешек. А, ну это еще ну, даже не испорчит. Хотя я сейчас вот так обрежу, вот так. Так, и еще кое-что. Еще кое-что. Здесь вот эти места надо вот даже смотреть, даже не обязательно ямки. Они даже не в ямках растут. Вот. Так. Опа! Вижу. Ой-ой-ой, вот он. Ничего себе. Здесь еще может есть что? Нет, там дальше эти поганочки. Ну вот так вот как-то собираются рыжики. Интересно очень. Друзья, вы посмотрите вообще. Вы что-нибудь где-нибудь видите? Это только вообще, что? Это ходячий прикол. Только что у меня так два вообще незаметно. Смотрите, снимаем мох. Что это такое? Посмотри, какой он. Это вообще, это вот реально. Вот без преувеличения. Смотрите, какая у нее шляпка. Прям бурая. Не просто рыжая, посмотрите. И посмотри, какой Андрюх. Офигеть, он мощный, как камень ножка. Это да, просто, да. В мху такой стоял. Значит, с мхом они тоже дружат. Тоже дружат, но вот в иголках в основном. Но вот тут вот, да. Ух. Хотя, по-моему, сегодня в мху-то находили. Находили, но просто... Просто посмотрите, какие они классненькие. Слушай, ну вот смотри. Чего? Продолжается. Еще что-то? Я тыть? Вот еще ничего не раздвигал, но я понимаю. Там, походу, будет рыжий. Да ладно. Ох. Ты представляешь, а мы здесь уже прошли с тобой сколько уже? Ну, как минимум несколько раз точно. Вот это рыжик у нас. Классно. Это все твой спартаковский шарф.
Да, он красные цвета притягивает. А вот здесь нет ничего случайно. Здесь уже каждый бугорок кажется, что там это, рыжик. Обалдеть. Так, ну вот это мне уже нравится. Это уже пошел какой-то грибной беспредел. В амху, смотрите, мох под... гриб мох поднял. Смотрите, какой рыжик, посмотрите. Какой красавец, какое чудо. А он еще маленький совсем. Наверное, это он. А, не, на это уже высохший, поэтому. Высох. Вот. Посмотрите, какой рыжик красивый. Чистенькие. Вот все чистые. Вообще, червивость сегодня 5% из 100. Опа. Ну, я вот так вот, на всякий случай, это не червяк, просто, чтобы убедиться. Вот, все. Вот так, все. Чуть-чуть, пару точек было сверху. Сейчас точки нету. А теперь смотрите, что я еще нашел. Посмотрите сюда. На эту фантастику просто гляньте. Это уже в травке. Тоже в амху. Ух! Это мощь! Богатырь. Богатырь, Андрюх. Тут еще один! Как у тебя там было. Приятный сюрприз. Вот это я сейчас отрежу кусочек. А теперь... Я не знаю, ты видел его? Срывай. Я не видел. Обалдеть. Это я просто с другого ракурса, видимо, пошел. Да, да, да. Спрятался. О, вот это сейчас мы тоже обрежем. Фигня это. Да. Ну так, второй раз я уже так. Да, вот я тебе говорю. Здесь надо смотреть и смотреть. Видишь? Ходил, вот ходил, это красота. Уже. Вот не знаю я, что это такое. Ну вот как-то так. Друзья, а вот что это за грибы такие красивые? Подскажите. Мне даже интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я, например, вот видел, как зелененький вот цветет вот этот. Вот эта вот штука, да? А вот сами грибки я ни разу не видел. Видите, на них еще маленькие грибки. Что это такое? Еще один очередной рыжий красавец. Вот он. Вот он, рыжик. Андрюха там косит грибы. Рыжик у нас тут. Я, короче, тут тоже нашел. Смотрите внимательно, друзья, вот здесь вот стоит у нас рыжик. Вот так спрятался он. Опа! Глядите. О, беленький рыжик прям, смотрите. Давайте с вами глянем, что там нормально нашел. Смотри какой. Раз. Ух ты. Ну какой у него. И вот здесь вот если нашел. Нет, показалось. Потом идем сюда. И попадается нам еще один рыжик. Траве, да? Вот так вот, да. Вот. Во. Это даже в амху. Хорошенький. Я надеюсь, он будет чистый. Сегодня вроде с чистотой. Ух. Дела обстоят хорошо. Вот такая вот красота, друзья. О, даже три Андрюхина. Нормально. Вот классно, да, их собирать? Вообще так необычно. Всегда вот секрет. Но мы уже, конечно, чувствуем, когда вот такие большие ямки, вот приподнят, вот видите, такой вот, как воронка какая-то, как будто сюда бомба упала. Смотри, один из лучших на сегодня. Это просто круто. Ух! О! Такой уже не совсем яркий. Ну да, такой вот светленький, но прикольный. Да. Чистый, самое главное, друзья. Какая красота, друзья. Колокольчик. Практически в ноябре. Столько еще цветов. Как же все меняется, как же здесь тепло. А собираем мы грибы в Калужской области, друзья, сегодня. Такая вот красота. А вот этот вот красавец даже не прячется. Оп. Вот такой вот. И здесь стоит еще маленький. Я подумал сначала, думаю, дай-ка посмотрю внимательно. Что-то для поганки слишком красивый. Так вот. Это тоже рыжик. Вот так вот.
Сосны стоят в белом мху, смотрите. Красота такая. Полно всяких рядовок, мышат. Там как их, гиграфоры, вон они там стоят. Грибы, которые мы не собираем. Нам интересно вот такое находить. Вот какая-то темная кучка. Опа! Вот это класс! Ух! Ха-ха! Свежак! Вот такие рыжики вообще замечательные. Просто бомбический. Опа-на! Вот в таком вот зеленом мху растут вот такие рыженьки. Ох, какой он красивый. Потрясающе просто. Красоты. Ой, друзья. Ну, приятно, конечно, здорово. Столько чистого гриба. Настроение у нас с Андрюхой просто бомба, да, Андрюх? Да, настроение бомба. Вот это да. Нарвались на поляну, короче, рыжиков. Поляна рыжиков, да. Смотрите, друзья. Причем вышли уже удачно из леса. О, есть. А вот еще, Андрюх, смотри, прикол. Не видели? Смотри. Я сейчас спустился вниз. О! Это нормально. Это песочный, у тебя тоже классный. Да. Так, дальше. Где-то твои тут стояли. Вон один стоит у корзинки. У меня корзина уже рыжая, как у тебя. Рыжая корзина, да. Так. Ух ты. Ух. Классные. Вообще грибы просто чудесные. Так, это еще у нас не все. Тут полянка продолжается. Дальше тут твои. Вот они. Ну да, по очереди начнем. Первый. Посмотрим, даже ёлки, интересно, палки, как он сколько будет. Их здесь. Это целая куча. О-о-о. Я боялся, что там может под шляпкой, а он идеально. Второй у нас тут. О, ну это похуже чуть-чуть будем. Но смотреть. Там ножку, да. Бывает, что ножка очень червивая, да. А шляпа чистая, друзья. И вот, вот он. И вот этот. Угу. Таких сегодня много. Вот. Но очень много полностью чистых. В основном полностью чистые. Ух! Вот это сила, да. Это сила. Так, а есть еще. Там Армен уже что-то углядел. Да, вот здесь. Так, здесь был. Вот здесь. Вот он. В траве. Здрасте. Да. В траве сидел кузнечик, вот. Не знаю, может быть даже и не все. Надо вот этот сейчас кусочек искать. Оторву, а так он классный. Здесь еще может быть. Да. Сейчас поглядим. О, щавель растет, щавель можно собрать. Но он уже, конечно, не такой вкусный, как вот весной. 5 рыжиков, друзья, на одном месте с Андрюхой нашли. Да, опять около дороги тут. Вот Андрюх 3 нашел. Вот он первый. Хороший. Вот он второй. Да, они что-то все хорошие вот здесь вообще какие-то. Смотрите, вообще, уже у березки прям нашли. А вот еще, смотри, оказывается. Да, кстати, только сейчас тоже уже увидел. Ну, я... Там ты нашел, да? Я тебе правда, немножко нашел. Похуже как будто бы. Ну, тоже рыжик. Не, почему? Хотя хуже? Нет. Такой это, видимо, такая расцветка. Вот ну, он да. Еще один. Он, видишь, от оранжевого до светлого, до розового. Ой. Что они творят в конце октября, а? Подарочек нам хороший. Это, кстати, прикольный, мне кажется. И этот будет тоже прикольный. Ну, видишь, я зато 4, а у меня 2. Прикольно. Вот это да. 26 октября 2020. Андрюха нашел белый гриб. И Андрюха счастлив. Это надо вот так показать, как счастлив. Обалдеть. Вот это да. Белый еловый. Этого не может быть. Фантастика. Вот это да. Мы переехали вообще в другое место уже. Все, по рыжикам, наверное, все уже. А рыжиков-то у нас хорошо получилось. Рыжиков, конечно. Да, а потом в конце покажу итог. Вы представляете, какой беленький. Ой. Смачный просто. Фантастика. Вот такая вот у нас красота. Еловый белый, идеально чистый. Посмотрите только, по какому лесу мы идем. Дичь. Дикое какое-то место. Поехали в другую сторону. Все у нас переигралось в итоге. Да.
И вот мы приехали непонятно вообще куда. Какое-то, может, болото. Клюква, может, есть. Ёлочки. Только посмотрите вообще на это место. Вот это да. Угу. Друзья, я хочу показать вам, какая широкая елка. Просто гигантская, друзья. Вот эта ширина вообще просто. Надо сейчас еще посмотреть, там может быть белый стоит под ней. На высохшей, стоячей деревяшке смотрите, какой мох. Шапка прям. Вот это красота, конечно же. Видите? Деревяшка, покрытая мхом. Вот эта шапка мне прям нравится, так прикольно. Красота. Сегодня Андрюха нашел белый гриб, а я нашел его ножик. Минут 20 искали, да, он потерял ножик грибной. И вот вознаграждение мне. Вы только посмотрите, что я нашел. Мы переехали вообще в другое место, совершенно в другое. Здесь не было рыжиков нигде. И тут я такой иду и просто офигеваю, ребят. Вот это гигант у нас. Это просто бомба. Гигантские размеры. Вы посмотрите, просто. Это настоящая фантастика. Вы только посмотрите на эту яму. Обалдеть просто. Да, и посмотрите, что здесь. Я просто вот не был, одни мышата растут вот эти. И просто говорю, Андрюх, это кобздец. Вот таких мы рыжиков вообще не находили сегодня. Блин, такие здоровые, блин. Идеальные, друзья. Это просто космос. Два рыжика сейчас просто корзину заполнят только в путь. Вот это рыжата, блин. Это просто рыжище, рыжие. Рыжие чудо, рыжие, друзья. Монстры. Это просто еще и вкусные. Ох, Андрюха, и ножки плотные. Супер вообще. Фантастика, друзья. Нет слов, одни эмоции. Ох. Ну, это просто шок. А вот еще ямка рядом, сейчас проверю. Вы только посмотрите. Это какие-то здесь рыжики вообще другие. Вот что значит поехать в другую область все-таки. Ох, нет, здесь не рыжик. А теперь смотрите, что там творится. Вот это да, я еще даже тени успел убрать. Сейчас я вам покажу. Вы просто обалдеете. Это монстры какие-то, друзья. Я таких рыжиков никогда не видел. Вы видите, что это за размер просто? Посмотрите, они здесь огромные. Огроменные. Но это просто фантастика какая-то. Раз рыжик. Два рыжик. Три, четыре рыжик. Пять рыжик. Ну это просто фантастика. Это красота просто. Давайте сорвем теперь. Раз. Два. Смотрите только, какие рыжики. Три. Да, хотели мы поехать сегодня еще в Бары, но планы поменялись резко. Поехали мы, все-таки решили рыжиков собрать сегодня целую кучу. Не успеваю я даже вот почистить, их просто немереное количество. Вы посмотрите, в какой темноте мы с Андрюхой завершаем грибной поход, да, Андрюх? У нас так всегда, у нас так принято. У нас уже традиция такая. И вот такой вот шикарный результат. Полные корзины рыжиков, полные, с горкой. Это все те, которые чистейшие. Мы, конечно, никогда червивые не кладем. Только чистый гриб. Как вы видите сами. Вот результат Андрюхи. Смотрите, какие рыжики красивые. Вот они. И беленький он нашел сегодня. Беленький, чистенький. Вот. Он на самом деле несколько их нашел. Но один был старый. Вот этот вот мы взяли. Классный. Ну и вот моя корзинка. У меня исключительно рыжики здесь.
Здесь вот такой вот необычный, красивый. Решил даже шляпкой вот так вот поставить его, показать. Очень красивые рыжики, конечно. И это просто шикарно. Рыжики пошли массово. В таком количестве растут. И частота, ну, 85-90% точно есть. Вот. Особенно чистые шляпки. Если где-то червь есть, то в основном в ножке, а шляпки чистые. Вот. Либо полностью чистые. Все, друзья, увидимся дома. Не забудьте подписаться на канал Андрея. Мы пока не прощаемся с вами. Дома покажу, как буду жарить гриб. Ну вот такой вот, друзья, грибной стол у меня. Весь рыжик абсолютно чистый. Вы только посмотрите на это. Это невероятно на самом деле. Классного качества гриб. И сейчас мы будем их готовить и кушать. А точнее, будем их просто жарить. И как сказал мой друг Андрей Скрипачев, кто-то уже закрыл сезон, а кто-то не может закрыть крышки от огромного количества грибов в сковородке. Так и есть, друзья, вот прям в точку он сказал. У меня даже не то, что на одну сковородку не поместилось, так еще и вторая настолько заполнена, что тут точно крышки не закроешь. Все, я маслица уже подсолнечного уже полил. Оно на дне, естественно. Сверху грибочки. Сейчас будем жарить эту вкуснятину. Друзья, если бы вы знали, какой запах сейчас стоит на кухне, да и уже не только на кухне, но уже и в моей комнате, и вообще во всей квартире, вы просто бы сошли с ума. Это просто потрясающий запах. Настолько вкусный запах, настолько классный. С первых же секунд. Просто не передать словами, друзья. Наши грибочки готовы. И время пробовать их. Красота какая. Запах просто космос. Дорогие друзья, как говорится, кушать подано. Пора пробовать эти прекрасные грибочки. И не только их. Здесь на столе рыжики, здесь гречка, здесь салатик. Ну и к чаю десерт — это брусничка. А точнее, перетертая брусничка с сахаром. Уже разморозили, уже начинаем вовсю кушать ягоды, потому что это просто их немерено. Вот, поэтому надо уже начинать кушать, чтобы к лету успеть их съесть. Представляете себе, да? Сколько ягод я в этом году собрал. Ну что? Фантастический вкус. Нереальный просто. Просто шикарный гриб. Вот. В принципе, достаточно много пластинчатых грибов, которые я люблю. Шампиньоны, зонтики. Зонтики только молодые. Вот. Вот рыжики. Вообще просто чудо. Вот. Такие грибочки хочется есть постоянно. Волшебный вкус просто. Хочется наслаждаться и наслаждаться. Самое главное, что я их не пережарил, и они очень сочными остались. Вот это очень важно. Буквально не больше 15 минут на небольшом огне. И все будет просто замечательно. И как сказал Андрюха, да, с кем мы, собственно, ездили сегодня за грибами,
закрывать грибной сезон при таком количестве грибов на данный момент может только преступник. Вот я подписываюсь под этой фразой, это действительно классная фраза. Это преступление сейчас закрывать сезон, когда такие грибы, такое количество грибов нереальное. Поэтому сезон будет максимально длинным, друзья. А кто знает, может быть, как и в прошлом году, я его не закрою, да? Потому что пойдут уже весенние грибы. Первые, кстати, уже пошли в Карелии, еще в октябре, да? В заключительном фильме вы увидите это. Вот. Пойдут еще зимние опята, они уже идут, но пока идут такие грибы, как поиски грибы, рыжики, нам пока еще не до зимних опят. Хотя зимние опята маленькие я очень люблю. Так что, надеюсь, вам все понравилось. А если так оно и есть, у вас есть такое желание, друзья, подписывайтесь на мой грибной канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И приглашаю вас по желанию вашему на свой грибной инстаграм. Зайдите, посмотрите мои фотографии в инстаграме. И если они вам понравятся, обязательно подписывайтесь. Я с удовольствием жду вас у себя в инстаграме. Оцените мои фотоработы. Вот. Все ссылки будут указаны в первом же закрепленном комментарии под видео и в описании под видео. Ну и, конечно же, обязательно подписывайтесь, как я уже ранее говорил, на канал моего друга Андрея Скрипачева, с кем мы сегодня, собственно, и сделали для вас такой праздник, грибной праздник. Подписывайтесь, смотрите, у него тоже интересные грибные фильмы, также есть совместные фильмы со мной. Ссылочка тоже будет указана в закрепленном комментарии в первом и в описании под видео. Вот. Обязательно вам рекомендую посмотреть мои плейлисты. Что такое плейлист? Это в Ютубе, то есть мои, нажимаете раздел плейлисты и видите мои альбомы. Есть два очень хороших плейлиста. Это «Карелия 2020». Рекомендую вам смотреть все фильмы в этом плейлисте, потому что туда еще будет добавляться как минимум половина фильмов. Это я не все еще скинул. И обязательно смотрите плейлист «Фильмы-шедевры». То есть шедевры в сосновых, сбор грибов в сосновых лесах, сосновых барах и еловых лесах. Вот посмотрите этот альбом «Фильмы-шедевры». Вы увидите сбор грибов елового белого в еловых лесах и сумасшедшие грибные поездки в сосновые бары, где было собрано одним мной море боровиков и море ягоды. Ягода брусника, черника, голубика. Посмотрите просто, какие урожаи я вытворял, так скажем, да, в июле и в августе. А вот. С вами был Армен. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на канал, жду вас. И до новых грибных красивых видео, которые я буду стараться делать специально для вас. Ну а мне пора вкусно покушать. Пожелайте мне приятного аппетита и будьте всегда на позитиве. Желаю вам всего самого хорошего и таких же грибных шикарных урожаев. Хорошей вам продуктивной грибалки. Пока-пока.